В Одинцовском городском округе завершено благоустройство пешего экологического маршрута «Пушкинская тропа». Он соединил две усадьбы – Захарова и Веземы. Теперь любой желающий может самостоятельно совершить переход от одного исторического объекта к другому и обратно, ориентируясь по информационным стендам и знакам пешеходной навигации. Весь путь можно пройти за полтора часа. На маршруте есть лавочки, мосты через речку Веземка, беседка-навес с тематической зоной «Мельница».